Дорогие друзья, я хотел бы всех поприветствовать и пригласить на очень важную встречу. 15 ноября Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка при поддержке Российского союза промышленных предпринимателей и участии Центрального банка, Министерства труда, ведущих образовательных учреждений, представителей науки, экспертного сообщества, финансового рынка, проводит масштабную конференцию под названием «Цифровизация как драйвер профессий будущего». Это одно из таких ключевых будет мероприятий 2018 года, посвящено проблеме, прежде всего, развитию цифровых компетенций на рынке труда и финансовой индустрии в частности. Эта тема, она является наиболее актуальной для участников финансового рынка, так как, конечно же, финансовый рынок, специалисты, работающие на финансовом рынке, являются драйверами вообще в целом развития информационных и цифровых технологий. И в этой связи, конечно, важно нам будет обсудить совместно проблемы, связанные с информационными технологиями и финансовой индустрией, это как по регулированию регтех, так и по саптех, искусственному интеллекту, вопросы робототехники, которые мы уже активно внедряем в целом ряде ведущих наших кредитных финансовых учреждений. Ну и, конечно, наряду с этим проблемы, связанные с обеспечением кибербезопасности, так как наряду с развитием технологий, конечно же, необходимо дополнительно искать инструменты, защищающие развитие цифры как таковой в целом на рынке труда, а также финансовой индустрии в частности, потому что финансовая индустрия уже активно внедряются, в том числе биометрия, удаленная идентификация и так далее, и так далее. Поэтому, коллеги, я всех приглашаю 15 ноября на эту важную научно-практическую конференцию. В рамках конференции также будет ярмарка финтех-проектов, которые будут презентоваться нашими ведущими финансовыми институтами, научными исследовательскими институтами, а также образовательными учреждениями и бизнес-объединениями.